Всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Tukem и видеообзор крепежа датчика эхолота DT-160H. Вот он у нас представлен сейчас. Положим, что это транец нашей лодки. Вот. И нам нужно установить датчик эхолота под днище лодки. Вот. То есть здесь у нас, как видим, регулировка по высоте идет. Вот. Ну и здесь в комплектации два вида крепежа для датчика эхолота. Один из клиентов задал вопрос, но как, допустим, есть ли крепеж датчика эхолота для лодок с НДНД, у которых нижняя часть транца немножко выступает. Стандартные крепежи для датчика эхолота не имеют возможности регулировки угла наклона вот этой самой части. Вот. И тут нам пришла на выручку вот такая вот моделька DT-160H, которая позволяет регулировать угол наклона опоры под тем углом, который нам нужен. От простого вертикального положения, как видите, здесь барашек. Как видим, здесь барашек, потом планка с отверстиями. На ответной части у нас есть выступы, которые попадают симметрично в эти отверстия и фиксируют в нужном нам положении данный крепеж эхолота. Вот такая вот интересная модель DT-160H. Выполнена она из нержавейки. Есть две вариации с круглой осью и с квадратным. Обе ссылочки на два держателя датчика эхолота вы можете найти в описании данного видео. В комплектации идет полный комплект крепежа, то есть непосредственно крепеж, струбцина, которая максимально может захватить транец толщиной до как минимум 40 миллиметров. Высота оси у нас получается 50 сантиметров. Вот. Максимальный угол наклона получается практически 90 градусов. Вот. Это позволит вам выводить датчик эхолота в нейтральное положение, особенно когда вы куда-то далеко плывете, переплывайте с места на место. Понравился крепеж датчика эхолота DT-160H, можете заказывать его у нас на сайте. Понравилось видео, вы хотите видеть новые видео на нашем сайте, подписывайтесь на наш канал. С вами был Арсений, рекомендую.